Нож Центурион, друзья, от компании Kizar Supreme. В комплекте идет вот с таким вот нейлоновым чехлом сверху. Далее основной, так сказать, чехол. Такой вот чехол Моли. Для разных положений. Здесь все видно. Фиксируется также вот таким вот ремешком здесь. Сам нож. Полная длина 275 миллиметров. Обработка клинка сатин. Вогнутые спуски. Чуть выше, чем от середины, наверное. Да, вот где заканчивается дол. Длина клинка 148 миллиметров. Толщина в обухе 4,1 мм. Значит, рукоятка у нас выполнена из кротона. Значит, здесь у нас сквозной монтаж. Хвостовик проходит через всю рукоять. Здесь мы можем видеть вот такой вот стеклобой и темлячное отверстие. Ну вот такой вот кончик хбшный. Еще кромка. Здесь у нас одна подпальцевая выемка. Ну и вторая, она как-то вот так вот уходит. Такая вот своеобразная анатомия у рукоятки. Ну, по эргономике что могу сказать? К ней нужно привыкнуть. Однозначно. Она интересная, да, она прикольная. Очень хорошо сделана вот эта вот выемка. С вот этими насечками очень удобно. Большой плюс. При обратном хвате палец большой очень хорошо ложится на основании рукояти, вот как раз таки вот на вот эту ударную пятку. Значит, здесь вот такое довольно-таки мощное фальшлезвие. Батонить им можно спокойно, уверяю вас. Вот такой вот нож от Kizar Supreme для современных товарищей, туристов, милитаристов. Всем спасибо за просмотр. Хорошего реза, друзья. Пока.